Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы и всадники Олха. Четвертый день, 52 миллиона древесины я забрал. Так, сегодня попробуем закончить событие, которое мы начали. Так, я, во-первых, хочу глянуть, что у нас по энергии. Энергия-то где у меня? Не показывают? Открыть. Блин, твою налево. Ладно, не хватает одной. Если что, потратим руну на худой конец, если понадобится. Так, этот еще не прилетел. Не прилетел, но железо мы уже стырили у него. Получите 2500 тусклого янтаря. Задание мы с тобой выполнили. Так, что ты мне, беззубик, принесешь? Ну, конечно же, 6 рун. Зачем мне давать 25, когда надо, можно дать 6 ему, да? И яйцо. Это громобой, по-моему. Или кревет? Нет, громобой, по-моему. А, нет, это даже у нас гроза морей. Ну, отпускаю я, ребят. Что я могу? Гроза морей. И знаешь, что мы сейчас будем с тобой делать? Мы будем уже, в конце концов, собирать. Нам действительно нужно собирать на нашего легендарного дракона. Для того, чтобы... Так, сейчас дай-ка мне привести мысли в порядок. Для того, чтобы нам его открыть, нам нужно... Нам нужны нужные элементы, да? То есть, получается, вот, например, копья и топоры вот эти вот. Естественно, лучше отправлять туда, где меньше всего времени. 106 рун. Пускай летит. Пускай летит, ребят. 106 рун. Фиг с ним. Я просто надеюсь, что он мне принесет максимальное количество. Так, давайте теперь посмотрим этих наших. Подожди, нафига мне вот это? Мне не нужно. Ты мне дай этого сардельку. Так, давай-ка домой. Лети бесплатно. Кривоклык, что там у тебя? Что ты мне там принесешь? Яйцо, никому не нужное. Иди налаживай контакты там непонятно с кем. Грамгильда. 9 рун. Флаг, флагшток, пожалела. Лезвие и крылы. А этот еще до сих пор у нас, да? В путешествии где-то завис. Костолом, древоруб. Так, здесь уже блестящий янтарь у нас созрел. Так, на обмен ставим. И смотрим дальше. Так, здесь у нас тоже, ребята, 40 железа принес. Молодец, красавчик. Чуть-чуть не хватает древесины. Совсем чуть-чуть нам не хватает древесины. Где нам ее взять? Повысить уровень драконов на 30. Так, здесь 625 древесины, он требует за 10 железа. Так, лети. Ты у нас тоже лети. И ты тоже лети. Так, все, можно отправлять его, в принципе, да? Все, он полетел. Этот у нас полетит за рыбой. Этого мы, наверное, прокачаем. Летит, обучается. Так, давай дальше смотреть. А что ты-то у меня здесь стоишь, я не понял. Давай лети, давай. Сидит он там, прохлаждается, понимаешь ли. Буйволор тоже решил прохлаждаться. Обучить. Давай, лети, обучайся. За 21 железо. Так, чешуйка плюс тусклый янтарь. А я этого чего, хламона, никуда не отправил, что ли, вчера? Иди. Так, этого тоже на обучение отправляю. Блин, древесины не хватает. Не хватает древесины. Ну хотя бы ты иди. Да ёк, макарёк. С лесом вообще, что ли, беда получается? Капитальная у нас. Получается так. В
Ну да, мы с тобой все в основном на рыбу, а с древесиной-то как раз и профукались, пролетели. Ладно, давай заберем награды наши все. Так, здесь тоже, опа. Еженедельные. То есть это уже две награды у нас получается. Даже будет три, скорее всего. О, да. Четыре. Четыре награды, ребята, нифига. Чу-чу-чу. Так, скворечник олуха. Куда бы его влепить-то? Вот здесь можно его поставить. Просто, ребят, для красоты этот скворечник сделан. Он ничего нам не дает, ровным счетом. Дальше. Что это такое? Сладкие яйца. 30 рун. И 250 сладких яиц. Итого уже 1105. А, кстати, что у нас в сезонке идет? Иглоспин. 7500 нужно, ребят. 7500. Мармелет у меня, по-моему, есть. Ух ты. Уникальный. Когтикрыл. Эксклюзивный бухторез. Нет, я бы взял бы, конечно, вот иглоспина. У нас нет его, ребят, иглоспина. А вот здесь что у нас? Изваяние яйцекуса. Блесткосып. Змеисвист. Живака. Солнцелов. Кораблекрушитель. Песчаный призрак. И нюхогорб. У меня все есть, кроме, по-моему, солнцелов. Нет, солнцелов, по-моему, тоже есть. Змеисвист. Вот этого точно нету. А почему изваяние яйцекус? Его можно и так купить. Ладно, не знаю, почему они такие приоритеты делают. Так, ну что ж, давай мы, наверное, откроем бесплатный пак. Ну, еще, естественно, и платный. Точнее, рекламный открывать будем. И пойдем уже на события. Так, где у нас тут? Куда ты залез? Вот же он. Так, монетки забрали. Шепот смерти, костолом, водорез. Все получается пока, да? Открытие, два набора карточек. Мы открыли. Вот так вот. Ну что, а теперь давай заберем, наверное, здесь еще пак. Последний. Шторморез, ловарык, ужасное чудовище, громорок. Все. У нас нет карт, поэтому нам надо будет их заработать на арене. Но это потом. Сначала, конечно же, добьем события. Хочу просто посмотреть, что же это там все-таки за дракоша у нас. Не забывай, что в прошлой серии мы с тобой очень круто попали именно на расходники, потому что я потратил и прилив сил, и эти. Но я думаю, что нам хватит. Надеюсь на это. Чтобы допройти. Начинаем, как обычно, с шепота смерти. Именно с него. Две волны, слава богу, здесь пока. Так, водорез. Змеевик. Хиляемся. Так, ну что, наверное, давай этого добьем тогда уж. Так, змеевик. Плюс водорез. Ты смотри, что вытворяет, а. А почему там опять водорез будет ходить? Эй. Как вот можно теперь ориентироваться, ребята, по этой... вот этой штуке, если она не работает, не шиша. Ой-ой-ой-ой-ой, это... что ж ты вытворяешь-то, Ирод? Вторая волна, смотрим, кто у нас тут. Шепот смерти, блин. Парящий прихвостень, наверное, все-таки начну с него именно. Если успеем, блин. Поехали, раз-два. Хиляемся. Потому что мне барсика нужно прикрывать. Ну и сейчас начнется. Первый, второй, третий, так они ходят? А этот пламенем сейчас вжарит.
Нет, не вжарит он уже, потому что этот потратил определенное количество энергии. Так, добиваем, наверное. Ну что, остается громорог плюс шепот смерти. Поехали. Давай его так, наверное, сделаем. И добивка. И остается лишь один громорог. Кстати, вот мы когда с тобой Кривоклыка прокачали по полной программе, да? Ты не заметил, что нам стало сложнее играть? То есть он у нас получил 18 уровень, и противники стали как-то посерьезнее бить нас. Вот что я заметил. Можно сказать, что это случайность, но мне кажется, вряд ли. Крутанем и заберем. Опа, плод мудрости. Спасибо. Так, забираем с тобой пак загадочный. И переходим на мини-босса. Раз, два, три, четыре. Четыре поединка, а у нас всего лишь три энергии. Придется тратить откат. Ой, откат, руны. Для того, чтобы взять энергию. Либо ждать вечера. Но я думаю, что лучше потратим руны. Так, два кревета у нас тут. Поехали. Почему, интересно, шторморез начинает ходить первым? С какого перепуга он вообще у нас первым ходит? Вообще-то всегда ходил барсик, насколько я помню, первым. Ну что это там? Уклонение, вот это я понимаю. Вот это по-нашему. Не дать врагу попасть по нам, называется. Да иди ты. Так, тут у нас... Ага, мини-босс, это вот, ребята, шепот. Сородич шепота. Так его назовем, да? Ну и, естественно, тройной удар. Слушай, хорошо, что они промахиваются. Они очень часто промахиваются, это круто. Это, друзья мои, очень круто. Так, добьешь? Красавчик. Да, друзья, случилась именно та пакость, которую я боялся. Вылетела игра. У вас есть... О, продолжить. Блин, я-то думал, мы продолжим прямо с поединка. А мы продолжили... Просто продолжить. Эх, ладно. Зашибись, продолжить. Главное, на моем этом... Энергии не было, продолжить, он говорит. Что-то мне не нравится, тут какие-то баги, ребята, пошли. И тут они не промахиваются, не шиша, ты посмотри. А, кстати, смотри-ка, второй поединок у нас показывается. Слушай, ну это круто. Только вот непонятно, мы энергию с тобой потратили или нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как больно было. Барсик, держись, родной. Попробуем тебя выручить. Ну? Блин, не выручили. Не повезло, извини, Барсик. Слушай, а раньше вот такого не было, чтобы можно было вернуться в бой. Это, видимо, какое-то новшество. Все, победили. Так, давай посмотрим, что нам здесь сейчас выпадет. Это древесина. 187 миллионов. Так, что у нас получается? Раз, два, да? Слушай, и энергию не забрали у нас. Вот что самое интересное. Тут, вот за вылет. Прикол. Так, два громобоя. И плюс они, блин, стражи. Вообще плохо все это. Одного-то мы с тобой расчекрыжим. Быстрее все это сделать. Поехали. Нормуль. Так, сейчас будет массовая атака. Сейчас он сделает массуху, поверь мне. Я, наверное, ничего пока не буду делать. Просто вот так усану. Для того, чтобы нам с тобой хильнуться. Слушай, а чего мы паримся-то? Вот так вот сделаем, да и все. И безопасно будет для нас. Верно, верно.
Так, ребят, последняя волна. Громобой. Так, стальной капкан. Стальной капкан нужно уничтожать быстрее, потому что он отнимать будет энергию у нас. Ай. Теперь вот этого. Громобой потерпит. Не к спеху. Не к спеху ему он. А вот этого надо разобрать. Начнет, как всегда, усиливаться. В общем, сам понимаешь. Нифига ты втопил. Слишком жестко. Ну, это подхалим, понятно. Так, громобой. По-моему, ты попал. Круто ты попал на ТВ, да? Начнем его сейчас бомбашить. В наших интересах накопить. Накопить полоску энергии для того, чтобы повесить на него слепоту. Но пока недоступно. Да, в принципе, не будем мы здесь его слепоту вешать. Мы и так его сможем. Успеем, должны добить. Да ведь? Так точно. Ну-ка, что нам тут? Древесина. Опять древесина. Окей. Ну что, ребят, переходим на предпоследний поединок. Содержит элитных. Штормориез. Еще нужно 200, сколько там, 270. Карточки, он прокачается у нас. И впереди мини-боссик. Мини-босс. Давай смотреть. Два штормореза плюс громобой. Само собой, начнем со шторморезов. Так, они по барсику. Они все начинают бомбить барсика. Нет. Не только по барсику. Минус один. Пошло дело. Ну что ты там, громобой, стоишь? Это вот плохо, что он броню нам, конечно, здесь понизил. Сейчас супер удар, да? Ха, промахнулся. Он промахнулся. Я, наверное, вот так вот все-таки, ребята, сделаю. Отхил отхилом, но так нам больше шансов его победить. И причем не получить существенного урона. Так, громорог плюс две скалы. Две, и это стражи. Ё-моё, ребята, это стражи. То есть они будут на трех энергиях бомбить нас. Причем жестко. Так, промахнулся. Окей. А чё ж ты не стал бить кривоклыка-то? Не захотел его разбудить, а? Блин, сейчас опять будут ставить. И что-то вытворяет. Ну, одному из них точно крышка уже. Поехали. Эх, барсик, барсик, мог бы и добить его. Ударил, теперь по барсику все-таки отыгрался на нем, да? Есть. Очередное колесо. Выпадает рыба. Да, рыба. Ну что, ребята, теперь босс. Фух, и там уже награда. Кто там солнце... солнцекус или как там, яйцекус будет вот здесь вот разыгрывается. И я вот не могу вспомнить, по-моему, он у нас все-таки есть. Не знаю, ребят, что хотите делать, но он у нас, по-моему, есть. Так, вот здесь вот громобой, вот этот мощный громобой, поэтому его бы, честно говоря, в первую очередь бы уничтожить. Его массовая атака здесь слишком жестко бьет. Поэтому я, наверное, его уничтожу, а потом уже займемся и остальными всеми. Химнуться, если что, мы успеем.
Оу, щет, что ж ты, Ирод, делаешь-то, а? Блин, сейчас такой, наверное, раскромсон начнется. Если что, будем хиляться. Ох, ё-моё. Ну, да ё-моё, ну, блин. Ну, мог бы его уничтожить-то, ёп-макарёк. Фу, хилку он потратил. Отлично. Он, друзья мои, решил сделать хилочку. Так, этот будет сейчас разбег. Глушит. Убираем броню. Так, хил, нам нужен хил будет. Поэтому пока просто атакуем его. И слепоту. Все. Будем сейчас потихоньку-полегоньку его бомбашить. Накапливаем себе хилку и... Блин, не получается. Ё-моё. Так, ребят, вы уж извините, надо вот так делать. По любасику. Сейчас попробуем вот этого пещерника иглоспину уничтожить. Не трогайте барсика. Ах, неужели уничтожат, а? Ты прикинь. Они не пощадили мне барсика. Какой из них сейчас будет ходить? Наверное, мы поставим на красного, чтобы он бил зеленого. И мы будем, естественно, помогать бить зелень. Давай-давай-давай, бей. Красавчик. Промахнулся. Так, вот сделаю. Да ну хорош, я думал, сейчас ты все-таки завалишь его. А ты не смог. Давай, добивай. Ну все, в принципе, он остался один, ребят. Естественно, мы его должны здесь вальнуть. Ну, бомби. Все, событие пройдено. Последнее колесо, крутанем и заберем опять древесину. 750 максималка, короче, у нас по дереву. И вот, ребята, награда. Сейчас посмотрим. Открывай, открывай. Яйцекус редкий. Да, друзья мои, он у нас уже, как ты видишь, есть. Поэтому я отпускаю. Точно есть? Да, есть. Отправили мы его в освояси. Так, что у нас там? 750 древесины. За древесину у нас кто? Поисками занимается. А вот кто. Вперед из песней. Полетел. Слушай, а кого-то мы могли, я помню, точнее не то, что могли, а хотели прокачать. 313, ребята. Так, что? Обучить. Ну-ка, вернись. Иди обучайся. А здесь 105 уровень. 105. Здесь 106. 313. Да почему так дорого-то он стоит? 313, ребята, ну это же слишком как-то круто. 313 железа. Лети за древесиной.
Так, а этого-то мы с тобой отправили куда? Или он так стоит там у нас? Нет, мы его отправили. Академку опять расширить. Улучшить. 60. Нет, это пока не для нас. Ну что, давай тогда. Так, тут древесину забираем. Еще у нас пак загадочный. Шепот смерти, Громыль, Водорез. Ну и награды. И я, знаешь, что хотел посмотреть? Сколько у нас стоит следующий? 9000, ребята. Это еще 3000, блин, копить. 3000. Ёк-макарёк. Да. Вот здесь, кстати, надо было место-то освободить. Ну что, поехали теперь на арену. Получим с тобой 3 пака и заодно пак вождя. Надеюсь, нам хоть какой-нибудь редкий хоть выпадет. Уже давно редких не выпадало. Я уже про эпические молчу, друзья. Просто молчу. Неплохо начал. Хофер, неплохо. Смотри, что творит, а? Ну что ты там собрался делать? Мы тогда хильнемся. Мы хильнемся и... сюда, наверное, все-таки будем бомбить. Нам проблемы не нужны, верно? Блин, он только усиление за усилением делает. Давай-ка вот так вот сделаем, чтобы сразу его бомбануть. Ну а в конце уже с этим, с ужасным чудовищем. Этот парень бесполезен. Он уже ничего нам не сделает. Но мы двигаемся дальше. Так, ну смотри, два злобных змеевика плюс хофер. Начну, наверное, все-таки с хофера. Сразу минус один. Но мы по синим очень хорошо наносим дамаг по этим шустрым, да? Давай еще разок. По ним именно дамажит хорошо. По синьке именно Барсик. Ну и, конечно же, Шторморез. А вот Кривоклык, как видишь, наоборот, очень-очень слабенько бьет. Но это нам не помешает победить. Ну что, друзья, наверное, надеюсь, последний поединок у нас. Если не проиграем, то все будет оки-доки. Так, ну Лаварык нам не страшен, но вот этот все-таки фаербольщик больше меня страшит, чем даже Барсик. Оу, щет, в кого? Понял. Он его еще и заблокировал, прикинь. Ну, я не могу хильнуться. Так, сделаем вот таким вот образом. Фиолка по зелени. Нет, надо было наоборот. Чтобы зелень бомбила фиолку. Так, хильнуться мы не можем. Ну. Так, сюда добиваем. И Лаварык. Лаварык остался один. Сразу понижаем ему защиту. Ну, давай, Кривоклык. Ах, чуть-чуть не хватило. А вот и все. Ну что, друзья мои, вот у нас какие выпали награды. 3 обычных пака. Не очень фартово, я бы сказал, очень плохо. Ну и пак вождя, естественно. Ужасное чудовище, Древоруб, Громыль, Кревет, Водорез и Сарделька. Все. Все, ребята. Сегодня что могли, сделали. Ждем, естественно, следующего события. Пока я буду ждать события, естественно, буду заглядывать в игру. Отправлять наших драконов на ресурсы. Собирать железо.
Все нам это очень скоро пригодится. Также будем отправлять Барсика на поиски нужных нам элементов, чтобы получить уже все-таки еще одного легендарного дракона в кратчайшие сроки. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.